Царь назначил торжественный пир. Приглашение друзьям раздавал. Всех богатых людей позвал. Облетело известие мир. Но из знатных князей, друзей, проживающих в царстве и том, не явился на пир никто. Царь напрасно их ждал у дверей. Кто сослался на важность дел, кто богатство в свой дом таскал, кто невесту себе искал, кто о поле своем родил. Рассердился на них властелин, возмутился в нем царственный дух. Он позвал своих верных слуг, и явились они пред ним. И сказал им премудрый царь: «Обойдите края земли, чтоб услышать от вас могли весть благую и млад, и стар. Позовите на пир слепых, прокаженных, отверженных всех, тех, кого поднимают на смех, всех доверчивых и простых. Позовите всех блудниц, воров, пусть и мытарь смиренный придет. Приходите, вкусившие гнет, под мой царственный щедрый покров. Позовите на пир и тех, кто утратил надежду свою, кто у бездны стоит на краю. В моем доме есть место для всех. Я зову погибающий мир, очерствевший в гордыне своей. Кто любви не отвергнет моей, приглашаю на царский пир». Аминь.